Сегодня опять жара, 13 августа. Арина у нас с примочками лежит. Направили на нее вентилятор чисто на нее. Скажи, как прям на курорте, да, Арина? Одноглазый пират. Вчера сходили на речку, она там поныряла. В общем, у нас речки здесь не особо чистые, да? Поэтому Вова не купается. Нанырялась, хотя обещала, что нырять не будет. Ну, глазик ее. Ну, это века там. На веке какое-то повреждение небольшое. Так это опухло. И после речки вчерашней еще сильнее опухло. Ты это на ту сторону ляжь. На то. А то оно у тебя сбежит. Вот. Ну вот сегодня день примочек будет. Сегодня никуда не пойдем. Возможно, сходим на рынок, купим бадминтона, да? А потом пойдем погуляем на стадион, если ветра не будет, конечно, да? Да. Днем будет по 30. Ой, ну сегодня тоже будет жарко, не знаю, мы тут с ума сходим. Спасите нас. Такая жарища Подарите нам невыносимая. кондиционер. Кондиционер. Ну, мы хотели, видишь, купить, потом передумали. А зря, видимо, да? Пригодился бы. Просто в такую жару, я не знаю, когда дома так жарко, так и делать ничего не хочется. Сил нет никаких, правда? Кстати, коты все попрятались, скажи. Еврик на стиралке, а жулик под Под ванной. ванной. Вообще, в ванной более-менее прохладно, да? Так они попрятались. Жули так вообще с под ванной не вылазит, скажи. Бедолашки, блин. Да. Ничего, пообедаем, пойдем на рынок сходим. Бадминтончика купим. Мама, иди покажи, Что я такое? закончила. А, ну показывай. Это Патрик. Патрик, какой классный. Прикольно. Это ты по клеточкам так рисуешь, да? Ну, здорово. Классно, мне нравится. Такой хорошенький. Карандашами красила, да? Нет, вот И это немножко фломастером. фломастерами, а вот это восковыми карандашами. Ну, видишь, карандаши не очень яркие, правда? Ну, прикольно такой. Вот, смотри, какой здоровый, на целых два листа, скажи. Вот. И вот этот Патрик, я хотела, чтобы влез сюда. На, видишь, не влез бы. Пришлось бы... Вот, так он бы и по ширине бы не влез. Толстый какой, правда? Скажи, рисует он там много-много всего рисует. Увлечение у тебя такое, да? Нравится по клеточкам рисовать? Ну, классненько. Ой, сколько у нас уже час. Скоро на улицу пойдем. Пойдем бадбитончик купим. Как я сказала? Бадминтон. Бадбитончик. Бадбинтончик. Так, время уже прошло. Пора на процедуру ложиться. Примочку делать. Не болит. Надо делать, ну какой красненький. Все, давай, вперед. Кто-то расщедрился колбасой для котов. Огромный кусок. Арина сидит в компьютере, только там интернета нет. Пришли сюда связной покупать телефон Арине в школе, да? Телефончик и на лайв будем подключаться всей семьей, чтобы бесплатно разговаривать между собой. Вова там оформляется, где-то там. А Сфотографировали что его. нажимать? Окей, Ничего не нажимает, там все не, не ничего не буду работает. трогать. Так толку, что ты нажмешь, но Я не интернета буду нету. нажимать. Можно я нажму? Так а зачем тогда спрашиваешь, что нажимать? Ничего не нажимается. Ну, сидим тут, прохлаждаемся напротив открытого окна, тут жарище невыносимо. Я на этот стул залезу. Но Арина боялась на этот стул Он залезть. высокий. Высокий, ну так и что? Ты ж можешь держаться, чего ты боишься? Я воскресенье была так звонишь. А чего ты так боишься всего, а? Не надо ничего бояться. Ой, игра. Да, игра тебе игра. Ничего там не работает. Здесь надо рисовать. Тебе, кстати, такой телефон будет, как и у меня. Камера хорошая обязательно, чтобы что-нибудь снимала. Меня снимала или Вову. Украдкой тогда, чтобы мы не знали. В общем, потом посмотрим. Мы тут решили, не выдержали с Ариной, скажи. Оформлять это все дело Еще телефонное. полчаса. Полчаса. Здрасте. Пойдем.
Грин походим. Там прохладненько, хорошо, да? Погуляем, может, что-нибудь затихарим. Вкусненькое. Шутка, шутка. Ну, посмотрим. Так вот мы отдыхаем, пока Вова там с телефоном разбирается. Апельсиново кислее, да? Взяли себе свежевыжатого сока. Аринка апельсиновый захотела, да? Сидим, попиваем. Эй, ты что там точишь? До сих пор ждем Вову. По магазинам ходить надоело. Купили себе своих кусков. Тебе надоело. Мне надоело. Но мне тяжело, да. Стоять, там душно. А мне нормально. Купили себе вкусняшек своих любимых. Еще сок попили. Арахис в кокосовом соке. И попили сок, если уже выжил, что там посидели. Какой у тебя класс красный, страшно. Вот, и вышли, тенек нашли, скамеечку. Будем ждать тут Вову. Да? С новым телефоном. Будет нас сначала в магазине искать, а потом... Да чем? Позвонит и все. Да, ну позвонит и все. Вот так вот проводим время. На скамейке. Ну хорошо, что мы скамейку нашли в теньке. Обнимашки у нас тут с котами. Обнимашки, целовашки. Теперь от него никак не отойдешь. Деренка, тебе гриб прикольный покажу. Смотри какой. Шампиньоны тут начинять буду. Нашла такой носатый гриб. Такой смешной. На кого похож? На Сквидварда. Арина сказала, похож на Сквидварда. Вот так вот он и запечется. Прикольно такое вообще. А вот огромный. Вкусняшки. Будешь грибы есть? Нет. Это да. Ой, какой острый соус, боже. А мне нравится. Вова сделал соус. Главное брать вот столько. У тебя такой острый, кстати, никогда не получалось. Чили перчики. Жесть. Вот, смотри, я попробовала, лизнула, потом рисом заела, помидоркой. Ой, мне надо скорее заедать. У нас сегодня пир на ужин, да? Шампиньоны. Столько блюд. Ну, соус, конечно, очень острый. Ну, Вова у нас любит острое, да? И вот шампиньончики получились прикольные. Тут баклажанчики есть, а там нету, там рис. Будем пробовать. А, кстати, никогда не ела начиненные шампиньоны, а ты? Первый раз. Заодно и попробуем. Ну да, фаршированные. Будем пробовать. Ну что, приятного аппетитуса. Все, будем есть. Вова у нас уже балуется с телефончиком. Я не балуюсь. Короче, настраивает тут все. Все дела, симочки наши лайфовские подключает. Даренька, какой у тебя классный телефончик будет. Это у меня звонит. Отклонить. Какой-то странный номер. Скажи, неизвестный. Так обычный номер чего-то. Ты ж меня сохрани там. Сохраню. Любимая. Что ты секреты мои раскрываешь? Я тут номер любимый сохраняю при жене. Все? Номер. Ты все закончил? Я всем поделил. Любимое номера? Тебе 200 минут и 1.5 гига. Арине 30 минут, на всякий случай, 100 мегабайт. Мне 15 минут и 900 мегабайт. Мне сколько мне минут? 200. Ну, на полмесяца хватит. Это он думает, что я самая болтливая. Так и есть. Это сам вызванивает с работы. Скажи, сколько раз Арина за день позвонить может? Очень много раз. О, а ура. Ну что, ты рада, что у тебя телефончик? Будет. Будет новый. Пока не будет, будет либо чуть-чуть либо попозже. Либо чуть-чуть попозже будет. А пока ты будешь ходить вон с тем рыженьким, с моим прошлым. Маленький. Да? Хорошенький, удобненький. У тебя было два телефона, красный. Кстати, нам теперь зарядки. Одной мало будет три телефона заряжать. Так что я еще одну достану, чтобы валялось. У нас сетевой фильтр у меня под столом на 5 розеток забит. Сетевой фильтр там под столом на 5 розеток забит.
удлинитель на три розетки забит. Не хватает. И мы постоянно что-то вынимаем, то часы, то телевизор, чтобы воткнуть телефон, подзарядиться. Телефон или машинку швейную. Или... А чего у нас столько много натыкано? Или этот, или вентилятор. А чего их столько много? Не знаю. Ну, свет, компьютер, мониторы. Ну да, много. Принтер, часы, телек. Модем. Кажется. Много. Телефончик классный. Возьми, Ирина, свой будущий телефончик в руку. Я посмотрю, как ты его будешь держать. Дай. Не-не-не, не этот. Большой. Конечно, он же у тебя будет потом. Ну-ка. Ну-ка, приложи. Встань дальше, то не видно. О, лопата целая на пол лица. Удобно держать? Ну, такой же, как у меня, большой, 21, одинаковый. 21.00, как я на часах? 9 часов, обалдеть уже. Все, давайте. Мне надо еще ролик сегодня сделать, два даже. Да, Вова еще работает. Я сегодня не буду играть. Неужели он играть не будет? Коты отдыхают, сегодня вечером попрохладнее, здесь такой ветерок у нас дует, все балдеем. И коты у нас заняли места. Ой, как тут хорошо. Смотрите, 5 игр уже было. О, 5 игр. Будешь сейчас смотреть игры? Да. Бешеная белка есть. Ты хотела в первую поиграть? Да, бешеная белка. Ну, открой что-то. За бешеная белка. Камера тут тоже хорошая, как у меня, скажи. Будешь снимать, ходить. Пожалуйста, подтвердите следующее. Мой возраст. Куда ты там уже покупать собралась? Ничего. Игру. Это ты мне нужна. Сыграть демо-версия, короче. Сыграй. А, это, скорее всего, все платные будут. Надо их поугарять. Накачаем других. Ну, пускай пройдет, что бесплатное ради интереса. Играть нажимай. И как тут играть? Ну, сейчас увидишь. Вот читай. И начинается. Все, тебе надо проходить. Орешки? Собирай. Тебе сейчас покажут. Используй джойстик, ну, руками. Дальше. Нажми прыжок, видишь? Одним пальцем нажимаешь, наверное, другим бежишь. Так удобнее будет. Ну, в общем, играйся. Все, сейчас будем чаек пить. 9 часов. Ну, мы как обычно. Я победил. 241 против 213. И у него 5. А у меня он... Вот так вот. Вова играется, сидит в игрушечке. Детский Марио. Называется «Купили телефон», да? Ну что, Аринка? Аринка. Ты чем занимаешься? Смотрю, как он играется. Скажи, не дает мне, да? А что ты тут еще делаешь? Покажи. Рисует Аринка по клеточкам. Сегодня новое нарисовала. Что это? Это я тоже спиннер. А это? Дельфин. И ключик. Ключ. А, ну это Патрика. Ты мне показывала, да? Дельфинчик прикольный. Так быстро рисуется, маленький. Да. Я думала, он еще меньше. Такой. Да, малюпасенький совсем. Понятно. Тебе нравится этот? Сейчас тут да, мне нравится вот этот яркий. Тут у меня просто фломастеру не так хорошо пишет. Фломастеры, бяка, вечно засыхают, скажи. Угу. Угу. И с карандашами нельзя. Вот фиолетовый и розовый, вот эти, и вот этот, пишут хорошо. Угу. Оранжевый пишет хорошо. Может, которыми меньше рисовала, ну, те да, лучше этот, пишут. Вот этот плохо пишет, поэтому у меня есть второй красный, но он светлее этой. Угу. Поэтому я этим красила.